Да, сейчас начнет прыгать. Она сейчас прыгнет нахрен, будет в земле. Ага. И так ей держать враж. Вот так, друзья, делают. Вот то кнопа, видите, какая против хряка. Вот так делаю стрессогонку. Говорят, как ты делаешь стрессогонку? Как стрессогонишь? Вот так. Сейчас полчасика побегает и домой. И какие еще не загуляли, загуляют. Это вот покрыто, ей по барабану. А это внимание не обращает. А кнопа малолетка. Давай, кнопа. Стрессогонься. Они больше кричат, чем делов на самом деле. Отдайся, хряку. Держи, да? Да. Молодец, кнопа. Кнопы выйдешь, кого-го. А Сашко зрадил. Здоровья желаю. О, здоровья. И Сашкове здоровья желаю. Хай себе пожелаю. Так, все, Григорич, крестики привезли. Все. Тебе не мешай. Сейчас кружки. Так. Вот, благодаря нашим подписчикам у нас сегодня будет вкусный ужин. Приехали покупать дюрка, кабанчика на племя. И привезли нам вот такого короба. Коробчак, да, Сань? Да, это коробка. Коробчак. Сегодня будет ужин. Спасибо нашим подписчикам, землякам Богодуховский район. Ну что ты, что ты кричишь? Сейчас даю. У нас, друзья, появился новый работник. Мой сосед Александр Григорович. Живет рядом возле меня. Убери свою эту. И у нас есть бэушная тротуарная плитка. Вот такая. Вот такая вот. И Григорович ее кладет бэушку сюда, в бойню. Ее хватит, получается, на всю бойню бэушной тротуарки у нас. И хватит на первый коридорчик. Вот сюда. И на котельню. А в кабинет свиновода тут другое будет. Александр Григорович мне и во дворе ложил плитку, и в гараже. И в коридоре, и в пристройке. Короче, по плитке это все Александр Григорович. Дружбан наш местный. Григорий, что ты скажешь зрителям? Не, серьезно, что? Григорий стеснительный на камеру. Ну, а так получается. Плитка лежала на горцовке и на растворе, поэтому оббиваем края, ну где там поналипало, и вот так получается. Потом это все прометем, вымоем, и будет нормально. Мы с Санькой занимаемся перегородками. Песня. Друзья, такая ситуация. Сане на перегородке не хватило 30 бочин. И мы сейчас поедем по эти 30 бочин и завезем по дороге поросенка. Одна осталась девочка, свинка. Сразу завезу. Чтоб человек сюда не ехал, я все равно в ту сторону еду. И все, по дюркам вопрос закрыт. Всех разобрали. Так что так. Oh.
Торчите, ну чё ты? Ого, да? Чё ты? Шельма! Да я думаю нормально, носик торчит. Тут буквально рядом, поэтому страшно ничего. Боря, иди сюда, да? Чё ты туда? Вот так, есть возможность, то довезём. Тем более нам в ту сторону ехать. Все, сейчас переодеваемся, а еще надо Сане чехол. Найти хороший чехол на телефон и гривен за 20 задание. За 15. За 15. Поэтому как бы задание не из легких. По каштану пока так и остается, нога у него более-менее заживает, то есть выздоравливает без всяких уколов, мазью и все. То есть на ногу уже становится, ну все нормально, аппетит хороший, все то хорошо. Не знаю, может сдавать, может пока оставить, пускай еще будет, еще же он может крыть больших свиноматок, а у меня большие. То есть, ну пускай пока будем смотреть. Если кто-то что-то предложит конкретно, а то забирать за 2 копейки его, типа вонючий хряк, тоже как бы неохота. Пускай пока будет. Ну, короче, посмотрим. Тоже нас? Да. Прибыла в Одессу банда из Амура. Есть слово, не скажи, все, да ты грохнешь. Уже это съемка идет. Замесы идут, газик кладем, плитку кладем, движение идет. Зачем я мешаю после мешалки лопатой? Просто так. Ну, типа наверняка уже. Ну, я так пару раз мешану и все. И в бункер. Привез свинку. Денис, вот это его участок большой какой. То оттуда. И вот он разрабатывает, раскапывает. Тоже строится, держит коров.
и свинок. И будет разводить дюрков. Это он взял свинку на свиноматку. Сейчас он выйдет. Тут тоже, смотрите, какая красота. Лес, тихо. Ну, так держать можно, да. Грубо говоря, так, чтобы соседей не сильно. Ну, сейчас он выйдет. И сам вот это вот еврозаборы заливал, вот эти вот. У него станина и плитку льет тоже. Там у него станок. И сам себе заливает плитку. Ну и вот это еврозабор сам делал себе. Молодец такой. Сам Денис из Мерефы. Мы сейчас находимся в Мерефе, да, Денис? Да, берем Денисовну. А корм на... И даем ей хост. На первое. Да я корм возьму, а ты бери свинку. Да, возьмешь ее? Ну я сам возьмем. Ее подниму. Да. Возьмем, возьмем. Слушай, ну я, короче, сначала туда сильно ты не пройдешь. Вот. Че, я пройду. Потому что, может пойдем. Быть... А? Пойдем, не переживай. Там. Да пошли, как после и везде. А может быть, слушай, а может быть ее здесь оставить? Ну, а ты сразу у клетку ее, клетку? Где она будет, да. Пускай открыто отпнеет. Ну да. Все, Денисовна, ты тут уже. Все. Все, друзья, она тут, тут ее сарайка. Сарайчик небольшой, но она одна. А сейчас день-два свыкнется. И нормально будет. Денису я сказал окно забить, то он открыл, типа для вентиляции. Окно забьет решетка и нормально будет. Так, Денисовна, давай. Тут не подкачай поросят хороших, чтоб давало. Покрывать он будет искусственно, в водолаге будет брать семя. Это она в мешку нагадила и там же, грубо говоря, сидела. А так уже она на гровере, все хорошо, корм я дал на первое время, а там потом будет со своим разводить и все нормально, да, Денисовна? Вот это Денисовна. Вот, вот так. Я потом, друзья, ее еще сниму там через, может, полгода, ну, когда уже, может, поросята будут. Сниму ее, засниму, покажу. И все, ждем теперь следующих дюрков, потому что есть заказы уже и на следующую свиноматку. Вот так. Давай, пока, Денисов. Ой, ты моя маленькая такая. Денисов. А? Ой, ты хороша. Хороша, Денисовна, да? Ой, хороша. Хороша, хороша. Хороша, хороша, Денисовна, хороша. Хороша, хороша. Давай, почухай, давай. Давай, почухай, давай. Давай, ой ты. Денис в шоке, говорит, красивая. Глазки такие красивые. Вот смотри же мне, Денисовна, а то подкачаешь тут. А ты же, ты же вьетнамка, Денисовна. Все, лягать. Ну, хорошо, сосков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 14 сосков, нормально. Денисовна, ну такой-такой колеса, Денисовна, ну такой жирочек, да, уже, Денисовна. Ох и Денисовна. Все, дорогушка. Друзья, привезли газоблок. Санька плитку таскает. Я сейчас выгружать буду газоблок, которого нам не хватило, 35 штук. Ну там плюс-минус. Процесс идет. Тротуарную плитку бэушную Александр Григорович кладет. Григорович, поздоровайся хоть с людьми. Ну я вот так. А. Вот таким образом получается. Бэушечка, потом вымоем ее и будет нормально. Григорович, положишься теперь.
Я жду, пока ты вырубаешь. Так, а тут-то у нас... Хозяину можно. Вот сюда не хватило, над дверями, эту и в сам кабинет, в бытовку. И потом начнем заливать здесь, а сюда тротуарную плитку в котельню, потому что здесь будет какая-то бочка, тачкой заезжать, дрова завозить в котел. То есть тротуарная плитка будет здесь и здесь. И все. Вот получается, мы сделали сюда вход в канализацию желобков. И здесь тоже заткнута канализация. Канализация у нас вон там за дверями. Если что, можно выкачать. То есть на таком мы сейчас этапе строительства. Не спеша, потихоньку, по возможностям. Ну, нам спешить сильно как бы и не надо. Делаем так, как можем. Короче, что получается? Ну, закончим вот эти вот пристройки, перегородку, бытовку, котельню. И начнем уже здесь маяки и заливка. Ну, это уже в этом месяце и зальем. И начнем варить клетки. Потом воду и отопление. Еще работа есть? Ну, не так уж и много. Вот так, друзья. Собаку взлетал. Александр Григорьевич у нас сегодня разбалакался. Григорьевич, что ты людям скажешь? Григорьевич. Телекамеру нехай Сашку кажет. Не, а ну скажи, посоветуй людям, как жить. Кружки. Да кружки, вот. Их же меньше идет, то, что мы еще не пылял. Вот так получается плиточка. Вымыем, вымытым. А так их одинаково. Да. Богдан пришел помогать. Пришел кружки возить.